вот нормально. Да. Вот так хочу постричься. А, это холодное! Холодное? А ты что, думала, что это такое еще подогревается? Ребята, это продолжение влога. Сейчас мы уже в Бресте. Вот очень красиво. Мне нравится тут. Обалденно. Тут эти домики все, знаете, двухэтажные, трехэтажные. Смотри. И желтые, и черные. Эля, смотри, а черные и желтые. Сейчас Эля у нас всю канцелярию себе для школы покупает. Желтую и черную. Так вот, говорит, может, и сережки вот такие купить, черные и желтые. Смотри, какие красивые. Не успели мы выйти из дома, сразу дети голодные вдруг стали. Зашли в Бургер Кинг, они уже покушали. Ну что, малышки, как вам детская площадка? Хорошо все в шариках, да? Не знаю. Эля, ты детство решила вспомнить? Эля, я на втором этаже. Давай. О, я на втором. Вот даже под твой рост нормально. Да. О, Эля уже и в бассейн полезла. Ты смотри, Элечка, там в бассейне может быть скользко. И... Это холодное. Холодное? А ты что, думала, что это такое еще подогревается? Эля, а если остальное сейчас включится? Наконец-то исполнилась Элина мечта, она нашла сегвей. Я-то на гироскутере умею кататься, я катаюсь, ну вот на сегвее я 2 года уже не каталась. А в чем разница по ощущениям? Потому что на гироскутере оно легче, если назад, то прям тебя, ну, легче, вперед-вперед. А тут назад оно как бы более опрокинуто, но не сильно тормозит, и вот тут надо вот рули вот этими коленками. Рулить коленками. Ну, давай. Я боюсь кого-то врезать. Ладно, сейчас будет разгончик. Давай. О, поехали. С ветерком. Сел медленно, я думала быстро. Вода! Вода! Я могу. В 9 часов ровно фонарщик будет зажигать сегодня фонари. 8:24 получается, ты через 36 минут. Пойдем купим мороженое и пойдем мне покупать канцелярию кое-какую. А пока мы ждали, когда придет фонарщик, сходили в магазин и, естественно, что-то там купили. Расскажи, что ты себе уже выкупила. Желтую канцелярию, желто-черную. А я же ничего сразу не купила, только сладость. Ну как ничего, смотри, какая красота. А я себе, кстати, смотрите, как красиво. Были сережки шикарные. Вот такая точилка, угу. Желто-черная ручка, карандаш простой. Эля решила черная в этом... ручка, она пишет черным стержнем, и черная и желтая ручка, она пишет синим стержнем. Эля решила в этом году купить себе всю канцелярию черную или желтую, потому что пенал она купила черный с желтым замком. Да. Вот так хочу постричься. Алис, не хочешь там? Вот такую стрижку, как блондинка, да, девушка? Нет. Или это мальчик? Это девочка, это две девочки, как в черной майке которая. Пришел фонарщик, кстати, тот же, который был 2 года назад. Вот, смотрите, каждый трогает за пуговицу, фонарь зажжен. И теперь по всей улице, где есть фонари, потихонечку будет идти зажигать фонарики. Только после того, как он зажжет эти фонари, в городе включат освещение. Все, ребятки, мы уже дома, покушали, помылись. Сейчас 12 часов, мы еще будем посмотреть, и да. Я уже очень устала. Ребята, и всем, кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Элинка ДВ и смотрите новые видео. Всем пока-пока!